Не прощай оружие. Несмотря на то, что следователи смогли попасть на базу спецроты «Торнадо», ее бойцы по-прежнему отказываются сдавать оружие. Напомню, их обвиняют в тяжких преступлениях, похищении людей, пытках, изнасилованиях и убийствах. Александру Махову удалось побывать в расположении роты в Приволье Луганской области. Что он там увидел? В эксклюзивном репортаже событий. База роты спецназначения МВД «Торнадо» находится в здании школы. Вход перегорожен водовозом. Бойцы уверяют, взрывчатки в машине нет. По периметру части натянута колючая проволока и всюду установлены таблички «Мины». Но бойцы говорят, это лишь меры предосторожности. Говорят, мы все позаминировали. И тому подобное. Вот я спокойно иду по этой территории. Нету никаких препятствий, ой, кроме ветки. Нету ни одной мины. Так бы мы уже давно взорвались. Со всех сторон база окружена блиндажами и огневыми точками. Но вооруженных бойцов нигде нет. Сколько мы метров уже прошли, ни одной выставленной позиции не было. Людей с автоматами мы не видели. Кроме того, что есть у нас люди, которые стоят сейчас в наряде. Патрули по территории, на КП, невальные. Сейчас в расположении роты больше сотни бойцов. В здании у них комнаты отдыха и тренажерный зал. Вот смотрите, где тут, что тут у нас, от чего мы прячем, что мы от кого прячем. Вот посмотрите. Это живут так званые насильники, мародеры и так далее. Заместитель командира не скрывает, что среди бойцов есть бывшие заключенные. Я ни одного из них не могу назвать преступником. Они все то, что, может, когда-то совершили в молодости, может, когда-то совершили по глупости, они искупили своей кровью. Сегодня на базу «Торнадо» приехали милиционеры и прокуроры. Проводить обыски в рамках уголовных производств в отношении командиров роты. Все торнадовцы пройдут переаттестацию, после которой смогут влиться в ряды Нацгвардии или других спецподразделений МВД. Кто не йде ни в Национальную гвардию, ни в милицию, має право выйти на так звану граждан. Я думаю, тут все зрозуміло, все ясно. Якщо ми працюємо в правовому полі, то ми працюємо в правовому полі. На переаттестацию бойцы согласны, а вот оружие сдавать пока не будут. Сегодняшний приказ генерала Науменко о пересчете и вывозе оружия на склад МВД, который, опять же, адрес не указан, я считаю преступным. Я его отказался выполнять и снял с себя полномочия командира подразделения. По закону на разоружение бойцам отведено 2 месяца. Из Луганской области Александр Махов, Алексей Ковалевский и Валентин Любенецкий. События, канал «Украина».